4 ноября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, завершив поездку в Закатальский район, прибыл в Шики. Глава государства посетил установленный в центре города Шики памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы. Глава исполнительной власти города Шики Эльхан Усубов проинформировал президента Азербайджана о том, что в парке Гейдара Алиева, где воздвигнут памятник великому лидеру, проведена широкая работа по благоустройству, заложены озеленительные полосы.